Губернатор, в свою очередь, обратила внимание на то, что в этом году увеличились случаи производственного травматизма. За первые три месяца только этого года на работе погибло 8 человек, а за весь прошлый год смертельных случаев насчитали 10. Это минусы среди плюсов. Марина Ковтун отметила, что минимальный размер заработной платы в Мурманской области сегодня самый высокий по северо-западному региону. Профсоюзы смело можно назвать самым мощным и самым масштабным массовым общественным объединением в регионе. И это, конечно, та сила, с которой надо считаться. Я считаю, что это вот такое эффективное наше миротворчество, это очень важное и большое наше завоевание. И главное, труд вот этот переоценить нельзя, поскольку он обеспечивает гражданское согласие и вносит социальную стабильность в регион.